Всем привет! С вами канал Lakshmi Gold. Хочу рассказать вам о нашем отдыхе в Солнечном береге, Болгария. Мы купили путевку в отель Континенталь. В отеле Континенталь есть номера трех категорий. Это 2 звезды, 3 звезды и делюкс. В отеле хорошая большая территория, сосновый лесок, большой бассейн, отличный завтрак. Вот, ну и стоимость была 800 евро. 800 евро было 15 дней. Сюда был включен перелет из Киева, трансфер, завтрак и проживание в отеле. В целом отель нам понравился, нареканий особых нет. Единственное, что очень маленькие номера. На этом плюсы отдыха в Солнечном береге заканчиваются. Итак, минусы отдыха в Солнечном береге. Первый и самый жирный минус – это море. Мы отдыхали в августе, море страшно цвело, огромное количество водорослей. Раньше здесь был понтон, но сейчас он разрушен, поэтому нужно заходить в воду по грудь в этих водорослях. Идет подмес воды холодной, бьют ключи. Поэтому нужно достаточно далеко отплыть от берега, чтобы вода стала какой-то более-менее теплой и в которой будет приятно купаться. На берегу кусаются какие-то мошки, которые живут в водорослях. Поэтому близко от воды ложиться нельзя. Второй минус – это цены. Если отель нам обошелся дешево, то цены в магазинах и кафе просто космические, потому что здесь нет местного населения, только обслуживающий персонал. И в соседнем Несебре, где живут местные, цены в 2-2,5 раза ниже. Кушали мы за отелем, выходили через черный ход отеля, через дорогу. Там был пункт обмена валют с неплохим курсом и рядом кафе. Еще одно дешевое хорошее кафе мы нашли уже под конец отдыха на автовокзале. Итак, обмен валют лучше всего производить в отделении банка, куда надо приходить обязательно с паспортом. В остальных пунктах курс занижен. Они придумывают какие-то travel-чеки, которых никто не видел. Там вроде бы нормальный курс, а меняют они совсем по-другому, более низкому курсу. Итак, минус третий – это очень мало зелени. Все отели в основном с минимальной территорией, минимальной зеленью. Ни лавочек, ни фонтанов. Набережная вся заставлена торговыми палатками. Ну, отвратительно, просто кошмар. Нам Солнечный берег абсолютно не понравился, не могу вам его рекомендовать. Итак, с вами был канал Lakshmi Gold. Всем спасибо за просмотр. Если видео было вам полезным, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!